Я? Всем привет, с вами Акол, Мэйл и Ник Стройников. Здорово. Короче, я играю один на один против Мэйла на ключ Хром и Кейса. Поехали. Это что такое? Да подожди, у него тоже лагает. Все? Мы его блюдете включает. Подожди. А, подожди. Все, слышно? Все, слышно, да. Давай, гон. Все, играем. Рестарт гейм, пропиши Мэйла. Да, рестарт гейм, короче. До 10 раундов. Окей? Не, до 16 и потом свап. А. 15 раундов и свап. 15 раундов свап, короче. Дела, ну, как 1.6. Ой, блин, как обычно, соревновательно, поехали. Хромакейс хочу. Хромакейс. Хромакейс? А я, короче, типа... Ключ? Типа... Ебать, Мэйл жёст, боже, как жёст. Отскок. Ты чё, комментишь, что... Боже, как он... Я не буду комментить. Я просто буду, типа, эпичный. Просто Акул видел его, но... Да ладно! У тебя же ушей нету. Ты меня бьёшь? Он же включил звук, включил звук. Ааа, блин. Ты думал, я без звука? Да. Такой слон бежит, короче. Фу. Фу. Фу-фу-фу. 2-1, нормально. 9 раундов. Потень, ребят. Будет интересно на самом деле, серьезно. Я думал, это изи для кого-то будет, но нет. 3-1, ё-моё, нет. Ключ слишком рядом. Скажи, для кого это ты думал, изи? Для кого, если честно. Ну что-то я сейчас... Ну ты просто еще сказал, типа, в КС долго не играл, а Акул там катки играл. Я пик, блин, 4-0. Куда ты сажал? Пулька. Не прощаю, нормально стреляй. Спокойно. Хорошо, пятюни. Молодец. И закончится 3-16. Сыпь, поставь. А, ну в принципе не важно. Это мне просто везло. Он сейчас разогреется и все. Разогреется, да. Нагреется, как просто. Да я заранее же стрелял! Это просто реально. Ты смотришь, как он стреляет? 4-2, да, конечно. Жестко, нет? Это просто нереально. Не, ну так нормально на самом деле. Ну что-то ты Акулу давай там тащи. Да что ты? Хорошо, хорошо. Блин, если будет дополнительный раунд, это вообще это жестко. Допы. Потеют ребята. Да мне просто видишь везет иногда. Ага. Подай. Ага. О! Вообще, да я же знал, что она тут. Пуля залетела. На шару на самом деле, мы уже уходить начал. Я уже вообще не знал, где он. Да ну тебя. Че, иди нахер. О, да, 6-3. Да, типа изи такой, да. Сейчас, хром, спасать сходить, да, Мэйл? Да ну! Что за бред? Акул, соберись. Чего? Ты против меня 4 звездочек. Да успокойся просто. Ты же играл весь день, я нет. Блять. Хорошо, отлично. Это тупо твоя ошибка была, ты на открытую местность вышел. Акул, башка тут видна. Не, правильно действовал. Действуй так всегда, да? Да, сейчас будет интересно. А, черт. Хорошо! Отлично! Я понял. Там команда будет, чтобы стороны поменять. МП, свап. Окей. Свап Teams. Да, свап. Потом. Новых предметов в инвентаре 1. За такие услуги мне дали карточку. Я ничего не покупал. А как же ключики? Ну блин, там же когда ключик почему-то сразу дается. Да ну ты... 8-5. Нормально. Акул, ты свапка записал? Нет. Тыша, когда свап? На каком раунде? На 15-м. Через последний раунд сейчас. Да, сейчас это last раунд. 8-6, хорошо. Акул, давай сравнивай. Не сравнивай, там ближе подходи. Нет.
шины. Что это такое? Кто вам? Акул, кто тебе дал звезду? У него уже 2к. Да, у тебя опять звезда. Хорошо! Хорошо. Так, стоп, стоп. Как там МП? Свап. Свап Teams. Ты чё? Все? О, боже. Зря мы перезапускали, наверное, потому что пол. Никита, записывай 8-7. 8-7, давайте. Все, играем. У моего 8 было, да? Да, да. Давайте, я буду считать. Хорошо, 8-8. 8-8, я считаю. Мэвилла мы не бросим. Ребят, на ключик играет, давайте. Давай, давай, давай. Да блин, я давай, тупую вот это вот сделал. Замену оружия. Смену. Мне нравится, как Мэвилла такой. Как он это знал? Это можно рассчитывать, как типа Мэвилл выдохнул после потной катки, или просто типа такая насмешка. Да ну тут... Какой счет? 10-8. 10-8. Блин, это такой бред. Мэвилл, куда ты смотришь? Ты же видел, откуда пули летят. Че ты творишь? Да тихо, Никита, ты заебал, не отвлекай. Хорошо. Хорошо, хорошо. Отлично, отлично. Это он просто стоит за средним ящиком, а ты вообще куда угодно, не туда смотришь. Да ну я не знал! Неплохо, хороший тайминг, хорош. Блин. Что-то инфу, да? Где он? Ты с отрубленным, знали? Да ну тебя. Хорош, 12. Блин, 12. 12-9. Все, потеем, потеем, нормально. Такие, не такие вытаскивали, не такие. Нормально, хорошо. Хромакейс, это ну чё. Недорогой, недорогой пойдет. Хорошо. Зачем начал топать, объясни мне, зачем? Redline, просто спасибо. Просто зачем? Да все, понял, понял. Я топнул, блин, он так близко подошел, хорошо. Да ну я как дебил стреляю. 13-10? 6 раундов осталось, 6 раундов. Пиздец. Да ну, блядь! Нет, 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 не хочу. Мэвилл 2 ключика выиграл. Тихо, тихо. Ты вот ты специально каркаешь, да? Я хочу допы. Да ну ты, блин! Какой счет? 15-10, у вас нет. Нет, 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 нет. Пожалуйста. Так, камбэк, камбэк. Хорошо. Давай, представь, что это 90 минут. Сейчас. Тихо, тихо, тихо. Мэвилла парит, слышно, как он стрейфится на кладе. Хорош! Вот это плод, вот это. Это вообще это жестко залетело. Такой, они за ним этим ящиком сидели против друг друга просто. Стрейфились. Блин, Мэвилл, ты реально паришься клавой очень сильно. Нет! Все, блядь, да, да. О, нет, нет. Мэйл, давай с тобой, я в CS вообще не играл уже. Давай, Double or Nothing, я отыгрываюсь. Давай, короче, давай. Ребят, следующая серия будет Double or Nothing. В общем, спасибо, что посмотрели это видео. Подожди, поправил Маку. Ну давай, все, да, спасибо, что посмотрели. Ссылка на канал Мэйла будет в описании. И, в общем, сейчас... Блин, комментатор. Короче, комментатор тоже Никита будет. Ссылка в описании. Всем спасибо. Ой, ну спасибо, да. Пока.